Доброе утро, друзья! Вы заметили, что летом время идет совсем не так, как зимой? Не успели мы оглянуться, а на этой неделе уже и середина лета наступит. Так что с пользой для души и организма используем оставшиеся теплые дни. А в нашем народном календаре сегодня Самсонов день. Но есть у него и другое имя, и очень интересное – День почитания странников. На Руси в этот день почитали тех, кто вел странствующий образ жизни, кочевал по святым местам или в поисках временной работы. Таких людей приглашали в дом, хорошо угощали и оставляли на ночлег. Богатые и зажиточные люди давали милостыню нищим, ибо верили: чем больше отдашь 10 июля, тем больше заработаешь в течение года. А еще с сегодняшнего дня начинались сенокосы. Крестьяне торопились управиться с сеном, чтобы его не испортили и не погубили внезапно начавшиеся дожди. Сено раскладывали на просушку, чтобы его пропитывало солнце, сохраняя в нем свежий вкус и аромат. Потому погода в эти дни была самым важным явлением в жизни славян. Если 10 июля ясно, то всю неделю будет солнечно. Злые агрессивные пчелы к засухе. Стрекоза летит рывками и сильно шуршит крыльями к непогоде. Ну а если на Самсона пойдет дождь, то идти ему до самого бабьего лета. Такой вот сегодня день. Удачи вам. Увидимся завтра. Добро пожаловать в Макси. Бытовая техника, ювелирные украшения, нижнее белье, парфюмерия и игрушки. Большой выбор и отличные цены только для вас. Уютный шопинг для всей семьи без очередей. Макси, пожалуй, лучшее место для покупок. В любой день недели, в любое время года в Макси всегда хорошая погода.